Алена. Сегодня мы поедем смотреть Айские Притесы. Подписывайтесь на канал и путешествуйте вместе с нами. Айские Притесы находятся рядом с городом Сатка. Это где-то 220 километров от Челябинска. Вот мы уже проехали Миасс, постояли немного в пробке. Сейчас движемся в сторону Златоуста. Участок дороги от Миасса до Златоуста как бы такой сложноватый для водителей. Здесь получается не проезжать. Проезжаем через горный перевал, поэтому дорога узкая, много фур, напряженная дорога. Зато можно полюбоваться природой красивой. Мы проехали Златоуст, нам где-то остается еще 77 километров. Трасса вообще прям сильно заполнена. Встречный поток машин, фуры одни идут. Все потихоньку. Сейчас мы идем на спуск. По трассе налево, здесь национальный парк Бузюрат. Мы там были в прошлом году, очень красиво поднимались на гору. Сейчас у нас маленький малыш, поэтому мы не рискуем пока ходить с ним в горы. Как подрастет, так сразу отправимся. Так, мы повернули направо, в сторону города Сатка. Стелу тут такую красивую поставили. Кстати, в городе Сатка есть такой остров. Называется Сонькина лагуна. Это частник построил. Очень интересное. Такой объект. Мы как-то там были года два тому назад. Вот остров сам прям находится посередине озера. Туда можно доплыть на катере. Катер специально ходит. Ну, как-нибудь выберем время, съездим, покажем вам. Вот Сонькина лагуна, да, мы сейчас ее проезжаем. Так вам покажем немножко, что здесь отстроено. Мы выехали из Сатки, нам остается ехать где-то 30 километров до Притесов. Смотрите, какие горы, леса здесь. Смотрите, как красиво, классно, можно поплавать. Здесь вот такая вот красота, такой ручей течет, очень красиво. Сейчас поближе вам покажу. Вот наш Матвей пошел, лишь бы не упал. Матвей! Водичку решил попробовать. Мы приехали посмотреть Айские Притесы, но там, видать, ночью был дождик и дорогу немножко подразмыло. Многие оставляют машины здесь на парковке у дороги. Ну, попробуем, конечно, сейчас проехать. Сейчас наш папа попробует сначала ямы залить, а потом мы сядем в машину. Так, ну все, нормально, машина прошла. Дальше сказали, там более-менее сухо. Да, здесь, конечно, дорога такая. Дождик тут еще подмочил, подиспортил ее. Грязь такая ужасная. Сейчас найдем место, где припарковаться. Вот люди даже с палаткой сюда приезжают отдыхать. Наверное, с ночевкой. Посмотрите, какая красота. Обалдеть. Смотрите. И вот такая красота это на Урале. Ну, смотри, да, спуск есть. Хороший. Зачем за граница, когда в России есть такие красивые места? Если вы со мной согласны, пишите комментарии.
Ну, если не согласны, тоже пишите комментарии. Народ отдыхает тут в палатках. Здесь есть вот такие беседки. Ну, скорее всего, по-любому они, наверное, платные. Качели. Так, кто бы рискнул прокатиться на такой качели? Да, я лично побаиваюсь. Мы узнали, сколько стоит покататься на качелях. 5 минут стоит 500 рублей. Ну вот, если повезет, то можно не упасть в пропасть. Будем выезжать, потому что надвигаются тучки. Потом может вообще дороги не быть. Смотрите, какое красивое поле. Ну, вроде бы как это иван-чай называется растение. Если нет, то поправьте меня в комментариях. Напишите, как называется это растение. Сейчас пойдем пофоткаемся. Небо затянуло тучками. Очень красиво. Вон машины останавливаются вдоль дороги, фотографируются. Мы приехали посмотреть старую гидроэлектростанцию. Это место очень привлекает много туристов. Также, кстати, здесь есть и турбазы. Посмотрели, мимо проезжали. Спустимся. Мои вон уже убежали вперед. О, вот здесь вот такая лестница. Крутая, конечно. Поснимаем еще здание. Тут все, конечно, заколочено. Теперь будем вверх подниматься по лесенке. Поднимаемся вверх. Народу столько приехало. Видимо, может, автобус какой-то пришел. Природно-исторический комплекс Пороги. Объект культурного наследия. О. Запыхались подниматься по лестнице. Вот комплекс был построен в 1910 году.